Главное для человека – понять свое призвание и предназначение. У каждого есть свой потенциал, и нужно стремиться его реализовывать. Меня зовут Клавдия Дарий. Я уже на протяжении 7 лет занимаюсь предпринимательством. Я уверена в себе, и у меня большие цели в жизни. Еще с детства у меня была мечта – стать в жизни успешной и богатой. Сегодня у меня происходит именно так, как я мечтала. Сейчас у меня большая команда, много путешествую, живу в разных городах. Я помню свое первое выступление перед публикой, как у меня дрожали колени, губы, а сегодня очень легко это делаю. Я занимаюсь любимым делом, делюсь своими навыками со своей командой. Для меня очень важна в жизни семья, дружба, отношения. Люблю помогать людям. Многие люди хотят быть успешными и богатыми, но ничего для этого не делают. У них большой страх, что не получится, боятся измениться, выйти из зоны комфорта. В моей жизни много было и взлеты, и падений, но я не сдавалась, была уверена, что получится. Каждая неудача двигала меня к большому успеху. Было страшно, когда впервые выступала в других странах, но я знала, что это приведет меня к успеху. Каждый человек имеет свой дар от Бога, но ежедневно нужно испытывать жажду к действиям. Работая по найму, никогда не достигнешь своей цели. Следите за успешными людьми, и вы тоже станете успешными. Не бойтесь ошибок, даже успешные люди иногда ошибаются, но они никогда не сдаются, потому что ошибки приведут к большому успеху. Не ищите оправданий, не бойтесь неудач, меняйтесь и становитесь успешными, потому что успех приведет к богатству. Я чувствую себя счастливой, когда тружусь. Работа – это мое первое наслаждение. Нужно упорно работать и это делать каждый день. Если перед тобой великая цель, а возможности ограничены, все равно действуй, потому что только через действие результаты возрастают. Всегда улыбайтесь жизни, и жизнь улыбнется вам. Вы можете получить все, что хотите, если откажетесь от убеждения, что это невозможно.